Всем привет! У нас сегодня посылочка из Китая, но не с сайта AliExpress. Сегодня у нас посылка с завода. Это 6 iPhone Pro. Давайте посмотрим. Так, что здесь у нас написано? Значит, подарок $20 оценили. Ну, все правильно. Так и должно быть. Так, где его здесь? Пришла вот такая вот коробка, помятая немножко. Но не суть. Я думаю, ничего здесь не повредилось. Вот здесь вот надрежем чуть-чуть. Вот. Ну и здесь давайте немножко. Вот так вот. Здесь пусто. Дошла посылочка за 15 дней. И вот так вот упаковано. Все новое, все оригинальное. Коробка как от оригинала. Сейчас увидите. Вот. Действительно, таких коробок я еще не видел, потому что она ну просто идеальная, смотрите. Прям так и хочется взять и наслаждаться ей. Значит, здесь все выпукло. Логотип iPhone, KeyMail 64 гигабайта. Но на самом деле я заказывал на 32, я не помню, или на 16. В общем, давайте посмотрим. Вот он сам айфончик. Вот так вот он упакован. Здесь у нас защитная пленка одна. Защитная пленка вторая. Наушники. В пленочке. Коннектор Lightning, вот такой вот кубик, зарядная. Ну и конечно же подарки, как без них. Значит, есть у нас вот такая вот заглушка, такой стразик в разъем наушников 3,5, чтоб не засорялся. Есть у нас вот такой вот стилус, никому не нужный, ну мелочь, а приятно. Вот такая вот подставочка для телефона, ложите сюда вот так вот телефон. И смотрите видео, допустим. И идет у нас вот такая вот рыбка, чтобы намотать наушники, положить в карман, чтобы они не запутались. Здесь у нас идут документы. Скрепка для открывания Nano SIM. Ну и, конечно же, мануал. Давайте посмотрим сам телефон. Значит, телефон у нас цвет Space Gray, как кому удобно. Значит, весь в пленках. И на нем уже установлен чехол. Чехол силиконовый. Сейчас я открою его и посмотрим более подробно. Телефон здесь весь в пленках. Пленку снимать не буду. Корпус у нас металл. То есть алюминий. Яблоко вдавлено в корпус, не наклейка. Камера тоже выпла такая. Спереди у нас тоже транспортировочная пленка. Ну давайте включим. Так, друзья, что-то он не включается. Скорее всего, мне уже такие телефоны приходили. Они полностью разряжены были. Я ставлю на зарядочку, и мы продолжаем. С завода они никогда не заряжаются, потому что приходит уже какой телефон, и всегда вот в таком виде. Просто китаец, который мне поставляет, не успевает логически все телефоны открывать и заряжать. То есть на это у него нету времени. Вот. Давайте разблокируем. Так, 5%. Ну ладно. Давайте выставим язык. У нас настройки. Так, и что у нас здесь?
Так, кстати, здесь новая стоит прошивка уже. Видите, сколько здесь новых приколов. То есть вот это все настройки. Вот, смотрите, вот это все настройки. Так, где у нас язык? Язык у нас это, значит, General. Потом внизу. Так, так, так. International. И вот у нас есть Language. Прошивка стоит мультиязычная, то есть здесь куча всяких языков на любой вам вкус. И все отлично. Так, что у нас? Видите, ничего не лагает. Шторочка. Здесь вот так вот. Давайте отдалю. И давайте я сниму вот эту вот защитную пленку. Давайте дальше. Есть у нас вот такая вот штука, которую можно отключить. Мне она не очень нравится, но это фишка вот этого айфона. Если на нее нажать, вот эти вот штуки есть там назад и так далее. То есть здесь стоит прошивка уже максимально к оригиналу. Кстати, чтобы ее отключить, если кому мешает, нужно зайти основные, универсальный доступ. И вот она, Assistant Touch. Вот, нажимаем, и она пропадает. Кстати, здесь, друзья, есть жесты и есть смарт-пауза, управление глазами. Есть, друзья, у нас Touch ID. Чтобы включить, нужно нажать вот сюда вот. Прилаживайте любой палец. И он считывает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. И ставим пароль. Выходим. Блокируем. Вот так вот. То есть блокируете. Достали телефон. Разблокировали. Приложите палец. И он разблокирует. Так, что у нас тут есть? Софта китайского по идее нету. Есть компас. Вот такой вот новый. Вот, это была калибровка, теперь компас вот такой вот. Все правильно, кстати, показывает. Да-да-да, все правильно. Так, дальше что у нас здесь? Калькулятор. Давайте посмотрим о телефоне. Так, это, конечно же, основные. Об этом устройстве. Так, видим, у нас емкость 16 гигабайт. Да, на 16 я вспомнил и брал. Этот телефон уже заказанный. Так что, если у вас интересует данная модель, можете писать мне ВКонтакте и заказать. Но если вы хотите заказать с сайта AliExpress, то я найду вам продавцов, скину ссылочку. Так что переходите, покупайте. Так, ну что еще можно тут посмотреть? Это, наверное, камеру. Вот у меня есть тут текст. Давайте я сфокусирую. Кстати, да, можно на любом месте вот фокусировать, что очень хорошо. Ну давайте вот так вот. Пук. Сфотографировала достаточно быстро. Ну и вот смотрим. Текст очень-очень мелкий. Но в принципе видно, смотрите. Хорошо видно. Сравните вот такой вот текст и как она сфотографировала. Ну и давайте еще сфоткаем андроида. И давайте посмотрим качество фото. То есть вот он Android. Все четко. Без каких-либо без каких-либо проблем. Ну, качество фото четкое, сами видите. Давайте вам покажу App Store. Очень часто задают вопросы, на чем копия? На Android или на iOS? Друзья, отвечаю. Телефон на Android. App Store — это всего лишь значок. Здесь Play Market. Заходим в App Store. И здесь у нас высвечивается вот такая вот штука. Нажимаем вот сюда. И написано «Использовать сейчас Apple ID». Создать новый Apple ID. Сюда вводите свой аккаунт от Google. Я нажимаю «Использовать сейчас Apple ID». И ввожу имя пользователя и пароль. Есть в телефоне вот такие вот все приколы. То есть двойное нажатие на кнопку.
Это у нас будет диспетчер задач. Вот так вот. Удаляете, и все нормально. Дальше, что хочу показать. Есть такая же фишка, интересная, как в оригинале. Значит, заходим в основные, универсальный доступ. И есть у нас вот такая вот штучка, жесты для увеличения. Включаем ее, и смотрите, что происходит. Вот так вот оно увеличивается. Можете отдалять, приближать выбранную область и вот таким образом работать с телефоном. Ну, я думаю, кому нужно, пригодится. Ну, я эту штуку отключу, меня она немножко бесит. Также есть, конечно же, и обычный Play Market, но в него нужно по-хитрому заходить, просто так не зайдете. Также есть еще Game Center. Заходите, допустим, гонки, игры, и вот они. Нажимаете кнопочку «Скачать» и загружаете данное приложение. Чтобы зайти в Play Market, нужно сделать вот так вот, это поиск, и нажать Play Market. Вот он высвечивается, нажимаете на него, и запускается самый настоящий Play Market. То есть три магазина, в котором вы можете все скачивать бесплатно. Я думаю, это неплохо. Ну, я вот скачал тут уже несколько игр, допустим, вот есть Real Racing, давайте зайдем и посмотрим. То есть играть можно без глюков, она идет вообще стабильно все. Так, что я еще хочу показать? Это, конечно же, динамик. Есть вот такие вот исполнители здесь, треки. Ну, давайте вот включим что-нибудь. Также есть, друзья, фото. И здесь есть уже видео, можно его посмотреть. Китайская матрица. Вот, в принципе, друзья, на этом все. Ждите подробный обзор в скором времени. Вот такой вот интересный аппарат iPhone 6 Pro. Заказывайте у нас. Ссылка будет на AliExpress. Я найду похожий iPhone и скину вам. Кто хочет, покупайте там. Если хотите телефон именно новый, с первых рук, то есть с завода, заказывайте у меня. Все, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте о нашей группе ВКонтакте. Вот здесь вот вступайте. Ну и всем пока, всем удачи. Ждем обзор. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.